Как ты считаешь, тут стоит ремонт делать? Нет. А? Нет. Представь, сколько ты денег. Это только если жить только оставляется, да? Ну да. Она не окупила, не окупаемость. Тут, наверное, больше 100 000 не идет, наверное, на ремонт. Это что, 1200 как минимум. А вот если это окна, вот это балкон покрасить и вот эти обои это шерше это поменять, чтобы хотя бы товар добить. Можно сделать, можно. А? Обои хотя ты бы. Ты можешь чисто косметику сделать, если хочешь. Ну да, 1000 на 10 я говорю. Угу. 20. Чтобы так, хотя бы посвежее. Я снимать не буду эти порватые обои, слышишь? Угу. Я имею в виду, окна вот эти покрасят, видишь, они, блядь, за школы, да, 45-го года, блядь, как будто. Паркет. Гараж на улице. Гараж на улице, а мы да. Фотографировали его. Сейчас. Темно, ну ладно, ничего страшного.